Светлинский индустриальный техникум удостоился чести во второй раз провести региональный отборочный тур на Всероссийскую олимпиаду профмастерства по направлению электромонтажной работы. Кто из ребят показал лучшие профессиональные навыки? Из Мирнинского района передает Мария Урцева. Вот они, участники регионального отборочного тура Всероссийской олимпиады профмастерства. Они представляют разные учебные заведения республики. Светлинский индустриальный техникум, Чурапчинский и Якутский колледж связи и энергетики имени Дудкина. Эта олимпиада – один из целей выявления самых талантливых студентов, самых способных, самых грамотных студентов творческих. Сначала участникам нужно было ответить на теоретические вопросы – производственные, по охране труда и технике безопасности. Только потом выполнялись практические задания. Скорость и мастерство, лучший монтаж, аккуратность и безопасность – то, что стремились показать участники конкурса. Свои знания ребята показали по медицине и английскому языку. Для участия в конкурсе им пришлось ускоренно осваивать программу и посетить немало дополнительных занятий. Второй курс – это такой эксперимент. Вообще, я считаю, что удался. Они схему собрали, все собрали, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но результат, главное результат. По итогам олимпиады участникам вручили сертификаты и присудили номинации. Все призовые места заняли студенты Светлинского индустриального техникума. Диплом третьей степени получил Денис Нарбоев. Второе место присудили Дилустану Васильеву. Но победителем стал Алексей Тарасов. Больше всего понравилась мне практическая работа, так как мы собирали схему по реверсивному направлению двигателя. И мне понравилось еще и теоретическое задание. Я волновался очень перед этим днем. Готовился долго. Ну, как бы не зря тоже готовился. То, что все, что было, понравилось. А победителя олимпиады ждет всероссийский конкурс, который состоится в городе Волгоград. Алексей будет защищать честь республики. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».